Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру King Rivals. Так, ну что же, у нас сундучки откатились. Плюс еще здесь у нас что-то. Получить два гема. С удовольствием, с великим. Так, ну что ж, давайте открывать потихонечку и смотреть, что нам достанется. Я спрашивал сам себя тогда, а будут ли в этих сундуках выпадать нам новые герои на новую арену? Не знаю, поэтому давайте смотреть. Пока все старенькое, ребята, выпадает. Как ни странно. Хотя не забывайте, что я, ребята, на новой лиге. Так, что тут? Блин, крестоносец, это все понятно. И дубины. По-моему, ребята, ничего не изменится, мне кажется. Все будет старенькое нам только выпадать, да? А это несправедливо, я считаю. А где же мне тогда зарабатывать себе новые, извините меня, карты? Как? Каким образом-то? Что-то странное тут творится, конечно. Хорошо, ладно, ребятули. Не будем отчаиваться, будем надеяться на лучшее, а худшее само придет. Да? Так ведь говорится. Так, ну что, мечник у нас получает, ребят, пятый уровень. У него к урону плюс 4, плюс 7 к хп. Так, и давайте посмотрим. Мы с вами не успели протестить вот эту вот карту в прошлый раз. А мы вообще никого не успели протестить. У нас, да, у нас не было места для сундучков, поэтому я не стал играть. Так, ежедневный квест. Получить призы, конечно же. Ну что ж, тогда поехали. Ребят, не забываем, что у нас зимняя локация. Фух. Да, здесь будут очень жесткие ребята. С новыми пачками, с новыми картами. И я со своими старыми картишками. Не знаю, как у нас тут пойдет все это дело. Надеюсь, что пойдет все хорошо. Ну что, что с игрой там, давай. Ребят, почему-то не зимняя локация. По-моему, старенькая. Ну да, не в этом суть. Ждем, он тоже ждет. Он чего-то выжидает. Так, нет, вот с этими ребятами мы будем разговаривать по-другому. Ух, ядрить тебя на корень. Так, давай попробуем. Хотел я посмотреть вот этого вот паренька. Ух, как он там дубинкой-то крутит. Упс, неплохо, я вам скажу, ребята. И теперь вызовем с вами легендарную карту. Хотелось мне посмотреть, что делает у нас вот этот вот маг. Маг это делает прекрасные вещи. Ух ты, ты посмотри. О, ребятули. Фига тут какой-то новый конник объявился. Понимаете, к чему я? Новый конник, блин. Что-то как-то тут все разбрелось, разбежалось. Непонятно, кто куда идет, кто что делает. Давай вот так вот сделаем с вами. Так. Ну, понятно, что второй уровень. Это все ясно. Давай с дубинками. Посмотрим. Так, справились, да? Давай тоже вызовем мечника. Крестоносца, точнее, ребят. Крестоносца вызвать. А не мечник. Так. Забомбим? Нет, я не знаю, ребят, пока. Пока не знаю. Давай мага сюда поставим. Маг делает массовую, ребята, атаку. Упс. Так, ты смотри, что делает. Лучница, хорош. Не будем пока тратить, ребят. Так, вот попробуем. И бомбанем еще ядро. Так, ну-ка посмотрим, кто кого. Надо вызвать вот этого вот паренька. И вот так вот, наверное. Это будет оптимально. Ух! Так, ребят, вроде бы... Вроде бы пока неплохо идут дела. Ну, базу моему... Точнее, ворота сейчас разнесем, это однозначно. Зачем? Зачем я так сделал? Сам пока не пойму, ребят. Давай вот так попробуем. И вот сюда ядро, наверное, запустим. А почему он, интересно, издалека его вызвал, а? В чем прикол? Пока не знаю, ребят, если честно. Но вызвал он его со своей базы. Вызвал он его со своей базы. Давай ядро. Так, отлично. Давай вот так вот сделаем.
Так, теперь что? Он опять вызвал этого. Давай мага сюда призовем. Так, и вот этого парня. Как его звать-то с дубинкой? Я уже забыл, честно. Погнали бомбить уже, как говорится, базу его. Слушай, а ядро все-таки очень хорошо нас выручало, если честно, ребят. У него, я так понял, нет ядра. Или он просто его не использовал. Ха-ха-ха-ха. Злится еще, угрожает мне, типа. Ну, извини, тап. Игра есть игра. Но я вам скажу одно, что у него были уже новые карты. Вы видели, у него был новый конник. Были зомби-скелетики вот эти вот специальные. Так, ну что, у нас пока ничего новенького здесь не прибавилось. Золотой аватар. И прикольно. Я пока еще, ребят, честно говоря, не видел ни у кого вот таких вот золотых вот персонажей. Слушайте, если мы с вами накопим 9500 монет, я обязательно открою легендарный сундук. Вот честно вам скажу, если мы накопим. Но вы знаете прекрасно, что это очень тяжело накопить, потому что нам еще нужно героев проапывать, а каждый ап забирает у нас определенное количество золотых монет. Ну что же, первый бой, я скажу вам, был такой среднячок. То есть мне не было тут легко и просто, я все время думал, я даже не знал, что сказать, и поэтому как бы больше думал, если честно. Так, что у нас тут? Танк. Танк. Блин, я не знаю, что. Все стоят, все молчат. Он... Опс. Ты понял, что он делает? Давай вот так посмотрим. И вот так. Так, подожди, подожди, подожди. Что-то... А почему мой медленно так идет? В чем проблема? Я не знаю, ребят, в чем была там проблема, но он ушел еле-еле. Так, у него тоже есть, да, этот хламон, я смотрю. Так, нам здесь поможет только дриада. Только лишь дриада. У него есть ядро. Ребята, у него и здесь есть ядро. Это уже плохо. Это плохо, что у него есть ядро. Ты достал уже, действительно. Давай его накромсаем здесь, ребят. Так, и я думаю, что здесь лучница нам понадобится. Лучница, блин. Ну что вы делаете-то? Так, ладно, потихонечку, потихонечку, ребят, продвигаемся. Он, видимо, он копил, да? Понятно, на кого он копил. Я еще вызову одну. Что-то он радуется. А чё он радуется? К чему? Я не знаю, честно говоря, чему он там радуется, но он радуется. Так, давай вот так вот сделаем, ребят. Раскромсаем? Нет, как думаете? Я думаю, что раскромсаем. Должны раскромсать. Тем более, когда две дриады, ребят, ну это вообще, у врага просто шансов нету. Они просто его будут постоянно в паутину влеплять, и все. Что он сделал? Ой-ой-ой-ой-ой, он призвал вот этого вот йети. Магического, ребята. Он почему-то, вот мне показалось, что он намного сильнее, чем мой йети, которого я могу призвать. Вот серьезно вам скажу. Не знаю, с чем это связано, но вот почему-то вот так вот оно есть. Имеет место быть. Тихо ты, дриаду не трогай. Тронул все-таки дриаду. Он все-таки тронул гадриаду. Так, ладно, пора мечника сюда вызывать. Почему я его называю мечник? Это крестоносец, блин. Мечник это вот эти вот маленькие. Это вот мечник, да. Есть! Фух, ёпросто, у меня, честно говоря, я весь в напряге был. Так, мы с вами получаем еще один сундук. У нас еще, ребята, есть место для двух сундучков. Ну, кто? Здесь, по-моему, ребята, я не видел. Так, ну хватит уже вот с одним и тем же ко мне обращаться. Так, получаем с вами два гема. Угу. Еще два места есть для сундучка, и также у нас еще будет разыгрываться, не забывайте, звездный сундук. Фух, поехали дальше. В принципе, ребята, дубинки тоже очень хороши против вот таких вот скоплений массовых. Они же как бомбочки летят, типа. Не знаю, вот может быть их вернуть в отряд, хотя вместо кого, я уже даже не знаю. Файв против нас, фифы даже, а не файв. Фифы какая-то, фифа, одним словом. Так, подожди.
Подожди, ребятули, пускай подъедет сюда поближе. Вот так мы это все сделаем. Да? Я думаю, так вот будет оптимально. Тудуш, тудуш. Отлично. Так, погоди. Нормуль, пока хорошо. Блин, маг. Маг, не падай, блин, ну что ж ты так. Ну что ж ты так жиденько-то, а? Упал. Тихо, я не понял, как это он так вблизи меня мог поставить своего рыцаря. Такого не должно быть. Априори. Куда ты, мечник, разгоняешься, а? Скажи-ка мне, родной. Точнее, не мечник, а это рыцарь у нас. Так, понятно. Что тут мутит воду? Ядром. Опа, ребят, смотрите, мне тоже достается вот этот чувачок. Ага, все, я теперь понял, откуда он берется, ребят. Я теперь понял. Давай так сделаем. Так, и вот так. Это, ребята, босс ледяной, хотел сказать, страны, блин. Ледяной локации. Да-да, именно так. Слушай, вы достали там уже своей кучей-то бомбить? И у них это довольно неплохо получается, кстати. Что я вам могу еще сказать по этому поводу? Так, давай, мечник на мечника. Че уж там? Да ты достал же действительно своей вот этой сборкой, солянкой, не знаю, как ее назвать. Куда ты там бежишь-то? Куда бежишь, я спрашиваю тебя, парень? Маг. Он, значит, ребята, вызывает частенько мага своего, я смотрю. Кто против мага хорош? Я пока еще не определился, если честно. Блин. Достал он уже, если честно. Достал он уже, если честно. Так, давай вот так прикроем. И сюда вот этого вот здоровячка поставим. Так, он вызвал на своей территории. Ладно, попробуем. Посмотрим, ребята, кто кого тут продавит, прожахает. Ну, давай. Мне, может быть, мага вызвать, а, ребят? Он все-таки имеет массовую атаку. Думаю, от него будет эффекта здесь больше. Ну, Дриада, куда ж ты? Так, все прожимает меня, ребят. Все хочет меня прижучить. Гад я такой. Но ничего пока не получается у него. Так, давай бомбанем сюда ядро. Ядро наносит урон, вы это знаете прекрасно без меня. Все, мы снесли ему врата. Дальше у нас все должно быть нормуль пойти. Нормуль пойти, блин. Пока ничего нормульного я не вижу, ребят, в этом. Хотя, кто его знает. Смотрите, мы уже на его территории, ребят. Мне остается только вызвать, знаете кого? Вот этого чувачка. Я думаю, что все будет хорошо. Есть! Ху, блин. Офигеть, как напряженно все. Вот серьезно говорю, золотой сундук мы с вами заработали. Отлично. Он нам пригодится для открытия. Так, ну что, у нас, нифига, я 4 квеста аж выполнил целых. Ну, давай посмотрим. Так. О, сейчас откроем сундучок. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь нам выпадет. Ага, 10 монеточек и 1 гем. Все по стандарту. Так, 52 очка у нас, ребята, с вами. Нужно, как мы знаем, 200. Но вы заметите, что у нас нет карточек. И не выпадает, чтобы, как говорится, прапать. Да? Блин, 9500. Ну, соблазнительный сундук, ребята. Легендарный просто, блин. Деньги. Можно купить, ребята, деньги. Оу, офигеть ценник, конечно.
Ценник просто офигеть. 500 гемов нужно для того, чтобы открыть вот этот вот, ну, чтобы получить 10 тысяч монет. А 10 тысяч монет как раз бы все ушли вот сюда вот. Блин, хитро они делают, да, по поводу доната. Ой, ребят, поехали. У нас с вами последнее, наверное, будет сражение на сегодня. Такие довольно оппоненты уже серьезные. Вы, наверное, заметили, что не так все легко и просто. Боремся до последнего. Фух. Филис, да, против нас? Против нас, ребята, Филис. Я думаю, что мечников, наверное, ребята, можно уже убирать из нашего отряда. Как бы, ну, от него, если честно говоря, толку уже мало. Если вы, конечно, этого не успели заметить. Так, давай, давай, давай. Молодец. Молодцы. Сдувают. А, он сдувает и при этом еще загоняет в стан. Вот оно что. Он не просто сдувает, а еще и станет. Ну куда вы, блин? Твою ж макареку, а? Так, давай хотя бы так сделаем. Блин, по-моему, ребят, нас тут сейчас ухоркают. Или не ухоркают, я не знаю. Если я ядро успею... Ядро-то я успею, а толку-то от него? Оу! Смотри, прошел. Давай, давай, давай. Ох ты, маг этот сильный, однако, ребята. Маг этот, однако, сильный. Не буду я пока сделать. Вот так вот мы сделаем с вами. Вот так вот будет эффективнее. Так, хорошо, ладно. Давай дриадочку. Дриадку, блин, он все эти кустарники свои вызывает. Опа! Я лишился, ребята, ворот. Вот что я вам хочу сказать. Ага. Что творит? Ладно, давай, ребят, пробовать. Блин, я не понимаю, у него прокачаны посильнее, что ли, чем у меня юниты. Как-то уж больно пробивает он легко нас. Скорее всего, так оно и есть. Давай-ка вот так вот сделаем. Что-то немножко не то получается. Ладно, фиг с ним. Давай. Простояли, да? Выдержали все-таки наплыв этот. Так, давай, ребят, как говорится, уже в ответку его бомбить. Что он там выеживается, я не могу понять. Так, ладно. Может быть, мы успеем все-таки ему тоже пробить? Пробили, ребята. Так, давай дриаду. Дриада, дриада. Давай. Мага. Что-то он сразу, ребята, взгрустнул, я смотрю. Че он взгрустнул-то вдруг? С чего вдруг? Да потому что он проиграл. Ух, ребят, я вам серьезно говорю, у меня аж дыхание замирает, я не знаю, блин, мне обычно вот я играю, мне как-то все пофиг, но здесь как-то все напряженно, вот серьезно говорю, я аж прям, блин, не могу. Но в этом весь смак, в этом весь цинус, ребят. Почему-то вот именно этим она меня и взяла. Ребят, золотой сундук, 222 монетки золотые. Ох ты, дикарь! Слушай, это... Подожди, это не те ли случайно деревяшки-то, которые бегут? Посмотрим, короче. Толстяк, ребята, получает. Ну, мы его апнем, апнем с вами. Так, дубинушки. Ух ты, шаман. Слушай, ребятули, вот это круто. Вот это круто, я вам скажу. Так, давай, квест. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спасибо вам большое. Слушай, я хочу получить этот сундук. Я его просто хочу получить. Я больше уверен, что нам там выпадет что-нибудь вкусненькое. Короче, ребята, с золотых сундуков можно доставать новые вот эти вот карты.
Серебряных, как я понимаю, нифигашечки. Так, что такое создать? Создать чего? Ну, естественно, ребят, я буду его улучшать. Он очень хорош против массовых скоплений. Вы убедились в этом. Толстяк его увеличать. А я все вспоминал, как его звать? Толстяк, ребят. Так, и что же вот это у нас? Ну-ка, давай мы обновим. Ого, ребят, это не те, это совсем другие, смотрите-ка. Это эльф, это раритетки. Это не просто так. Или это обычный? А как бы их сравнить вот с теми, я не знаю, ребят. И шаман, давайте посмотрим, что такое шаман. Да погоди ты, давай обновим. Так, мальчиков жизни низкий, уменьшает урон врагов при атаке. Уменьшает урон, все, я понял. Он, короче, смотрите, ребята, понижает им физ атаку. Слушай, какая-то заманчивая такая карта, если честно. Так, давай этих обновим. Нам нужны, ребята, очки, я вам говорил, чтобы получить следующий уровень. Ой, нам еще очень много надо. Слушай, ну если мы, предположим, даже возьмем с вами шамана. Так, эти уровни пятого. Давай посмотрим характеристики. Где нам посмотреть атаку? Сколько атаки? Я вот никак... Смотрите, ребята, у нас, кстати, здесь что-то открылось. У нас третий уровень. И что мы можем с вами сделать? Активно. Так, подожди секунду. Я не могу понять. Сброс 10. Плюс... Нет, я не хочу им ничего, ребят, повышать. Это такие рядовые солдатики. Зачем им что-то повышать, верно? Блин, ну как же... Я не хочу... Вот, в принципе, меня здесь все устраивает. Я, кстати, в принципе, ребята, конником никогда не пользуюсь. Может быть, вот так вот сделать? Или все-таки посмотреть, что вот это за деревяшки? Слушай, ну они довольно-таки неплохие. Боевые, 3 боевые единицы, молочку в жизни, возможно, целится в здание. А, нет, это, скорее всего, эти и есть, ребята. Они бегут до здания и начинает его атаковать. Где тут можно посмотреть всех вот этих вот героев, которые будут даваться? Вот здесь, по-моему, да? По-моему, да, ребят. Да, это и есть деревяшки эти, все, я понял. Не надо нам деревяшек никаких. Давайте еще, наверное, один с вами бой сделаем. Уже у нас будет шаман. Фух, поехали. Так, все слот сундуку... Да, я знаю. Поехали. Я хочу посмотреть, насколько хорош шаман. Ну... Надеюсь, он хотя бы, помимо того, что снижает атаку, он урон-то наносит. А если он не наносит урон, то будет хреново. Так. С кого начнем-то, даже не знаю, ребят. Все, я понял. Я понял, с чего он начинает. Давай так сделаем. И вот так вот. Да, ребят, это вот эти вот дубинушки, которые вот бегают. Так, ну что, вот шаман, ребят, настало время для шамана. Да, я его, конечно, немножко не вовремя призвал, если честно. Совсем не вовремя я его призвал. Так, ну ладно, рядом мы эту сейчас бомбанем, это понятное дело. Смотри, что он делает, а. Надо ее, ребята, ядром сносить, скорее всего. Вот так вот, чтобы не мешалось. Так, ну что, я вижу, у него, ребята, уже горит. Подожди, лучше дриаду. Ага, мои выиграли, отлично. Дальше расстреливаем ему ворота. Так, шаман, пускай будет здесь вот стоять у вас. Опа! Для меня это прям какой-то нежданчик сейчас был только что. Если честно, ядро, срочно ядро нужно. Так, он что, меня хочет за счет дрядки что ли взять? Я не могу понять. А, нет. У него же вон там маг. Да что ты за суета-то такая тут началась? Иди ты в пень. Слишком поздно созрел, да? Так, ладно. Тут какой-то бред. Не нравится мне это все, ребят. Ох, как не нравится.
Да куда ты стреляешь? Ты стреляй вон туда. Нифига, что-то не выходит. Что за катавасия, ребят? Шаман мне, конечно, немножко здесь расстроил, если честно, ребят. Ну, немножко не того я ожидал от него эффекта. Если уж по чесноку. Блин, разрушил, гад. Будем делать так же, нафиг, он достал меня. Ох ты, ты смотри, что происходит. Так, дриада, давай, бедная моя, родная, точнее, бедная. Скелеты еще тут. Так, у меня у замка очень мало здоровья, ребята, очень мало. Так, попробуем, ребятушки. Я не знаю, получится у меня или нет. Но я ворота ему снесу сейчас однозначно. Кого он дальше там будет вызывать? Вызывай. Ну, есть. Фух. Вот так, ребята, потенциал я свой весь... Просто выжил, блин, я как выжатый лимон сейчас. Я весь напряжен, у меня мышцы аж заболели, елки-палки. От такого сосредоточивания. Че, неужели я не получил, ребята? Блин, не получил, а ведь хотел. Значит, придется нам еще с вами один бой провести. Поехали. Да, я знаю, что у меня нет места для сундуков. Но мне нужен, ребята, тот золотой сундук. Я хочу посмотреть, что из него нам выпадет. Так... Алинда? Против нас играет, ребята, Алинда. Слушай, я хотел шамана поменять. Твою же маковку, макарек, а? Сосунки. О, тихо, 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 тихо. Здесь нам нужен вот этот парень. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко неправильно сделал. Хотя, почему неправильно? Все отлично. Бесявый шалопай. Давай его встан. Сейчас, ребят, попробую их всех, наверное, ядром. Получится, нет, как думаете? Давай так вот сделаем. Да куда ты, ядро? Ну, ёпрасоте, ну... Хотя нет, хорошо. Фух. Опа, 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 пулечки. Ты понял, что делает он? Так, 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 так. Давай, 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 давай. Держим, ребятули, держим. Держим планку, блин. Так, ладно, продвигаемся потихонечку. Так, мага, срочно, срочно сносим. Ребята, у него повреждение офигенное просто. Дамагу он наносит, будь здоров. Так, шаман. Лучницы. Отлично, пробили. Погнали, 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 погнали. Ребята, погнали. Два мага я призвал. Ребят, два мага это сила. Плюс дриаду. Все, отлично. Раскромсали. Кого-то он там хотел вызвать, да не успел. Бой легендарный. Все, ребята, отлично. Вот теперь мы с вами должны открыть. Ведь должны же. Как пить дать. Я ведь видел, что я накопил. Да, ребята, хватает? Ух, отлично. И всего две? Ой, ребята, я дуралей. Да, здесь же только деньги зарабатываются и гемы. Ну да ладно, ребят, ну, бывает, ну, ошибся. Но тем не менее, зато мы с вами немножко подрались. Немножечко подзаработали. И протестили все-таки некоторые карты. Но я вам скажу одно, ребят, шаман, мне кажется, он того не стоит. Чего? Не хочу я ничего открывать сейчас. Шаман, мне кажется, все-таки не стоит, ребят, того, чтобы за него играть. Поэтому, наверное, в следующей катке
И я поменяю. Хотя, знаете что? Вы, ребят, мне напишите. Может быть, нам вместо шамана все-таки вернуть Амбала? Или же вернуть стрелка? Или же оставить и посмотреть, как он дальше себя проявит? Ну, серьезно, он просто, ребята, понижает атаку. Сам по себе он вата. Ладно, все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.